This conference will now be recorded. Так, всех приветствую, уважаемые участники нашего дня открытых дверей. Меня зовут Ребенко Оксана. Я работаю в учебном центре «Специалист», менеджером по трудоустройству, то есть я работаю с нашими выпускниками. И я немного сейчас начну наш день открытых дверей с того, что представлю наш учебный центр. Итак, нашему учебному центру специалиста более 30 лет. А кто мы такие? Более 30 лет мы учим профессионалов, взрослых людей, которые хотят быть актуальны, повышать квалификацию, ну и идти в ногу со временем. У нас более 1 миллиона 300 тысяч выпускников в год, 35 тысяч корпоративных клиентов, 60 учебных классов, где вы можете учиться в классическом режиме, в режиме очном, более 250 преподавателей. И, соответственно, хотела бы немного рассказать о наших курсах. Курсов у нас более 1000, и где-то сейчас более 700 актуальных курсов, да, на которые идет активно открытый вот сейчас прием. Какие же ключевые преимущества нашего учебного центра, да? То есть чем мы привлекаем наших слушателей? Прежде всего, я как менеджер по трудоустройству могу сказать, что работодатели высоко ценят наших выпускников, обращаются к нам, спрашивают персонал, который набирают в данный момент, и как раз приоритет отдается нашим выпускникам за высокое качество обучения. Наши курсы разработаны с учетом последних требований работодателей, то есть мы соблюдаем профессиональные стандарты, если кто-то про них слышал. Ну, должны были слышать, да, потому что сейчас без профессиональных стандартов никуда. Мы помогаем выпускникам трудоустроиться. Те слушатели, которые планируют обучаться, да, и планируют дальше развиваться в профессии сетевого администратора, я рекомендую дослушать до конца сегодняшний, да, вот, день открытых дверей, потому что я расскажу как раз про программы трудоустройства и про скидки, которые мы даем в том числе. Мы даем профессиональные консультации по выбору курса. Пожалуйста, вы можете получить их по звонку с менеджером, почте написать или, например, через живочат наш, да, обратиться с любым вопросом. Мы отвечаем достаточно быстро, оперативно и квалифицированно. Мы гарантируем высокое качество обучения, мы учим по Бауманской методике, да, то есть у нас и теория, и практика даются в одинаковом ключе, идут параллельно друг к другу. Что, как мне кажется, очень важно в наше время, мы гарантируем расписание занятий. То есть работающие слушатели, которые заняты, работают, учатся где-то, могут спланировать заранее свое обучение. Мы предлагаем несколько форматов обучения: очное, онлайн, открытое или очно-заочное. Открытое обучение, оно проводится в индивидуальном режиме, то есть вы можете частично посещать лекции, частично просматривать их в записи. И также вы знаете, да, что выдаем мы престижные сертификаты российского и международного образца. То есть у нас есть международный сертификат, который переведен на английский язык и, соответственно, котируется в других странах. Хотела бы вам представить сегодня нашего преподавателя, да, который расскажет подробнее про профессию, которую мы сегодня с вами обсуждаем. Монахов Павел Сергеевич, преподаватель-практик, сертифицированный специалист по маршрутизации и коммутации в сетях ЦИСКО и сертифицированный инструктор сетевой академии ЦИСКО. Павел Сергеевич, приветствую вас, передаю вам слово. Спасибо, Оксана. Сейчас я попробую так экран забрать. Сейчас, одну секунду. Так.
Так, вот я вроде бы отнял экран. Да, спасибо, видим. Спасибо. Ага, да, я тут тоже, тоже добавил. Я тоже обычно рассказываю о том, кто мы такие. Вот. Только у меня данные, судя по всему, на слайде устарели. Ведь у меня тут миллион написано, а у вас там миллион уже с чем-то. Так что я да, уже миллион с чем-то, все правильно. Да, я со своим слайдом чутка подустарел, но обычно, когда я говорю сам, я слушателям всегда говорю, что мы существуем довольно давно. Я здесь работаю уже более 10 лет. То есть мы не какие-то, как принято говорить, там инфо-цыгане, которых развелось в последнее время довольно много, кто хочет вас всех научить, вот, но потом оказывается, что как-то оно все пошло не так. Вот мы центр с большой историей, 30 лет разменяли, и вот больше 10 лет я тут работаю. И я знаю тех коллег, которые работают со мной, насколько они работают качественно, и главное, совестливо они работают. У них болит душа, если человек недоучен, что-то он не понимает. Вот. И мне кажется, это очень важно в современном мире, где выбор вроде бы учебных центров большой, а ценой хотят заманить вот, не очень совестливые, так скажем, учебные центры. И да, по поводу преимуществ, я думаю, тоже Оксана уже рассказала, я тогда этот момент пропущу. Чуть-чуть расскажу о себе, хотя, если честно, я о себе особенно рассказывать не люблю, но как-то вот так вот положено. Ну вот, я вообще человек такой довольно стеснительный, но положено рассказывать о себе. Как уже сказал, зовут меня Монахов Павел Сергеевич, можно просто Павел, можно на ты, можно на вы, не суть критична. Полную информацию обо мне можно найти на моем сайте monakhovpavel.ru. Там же, если что, можно найти контакты, в том числе личные. Вот если захочется что-то там обсудить, пожалуйста, без вопросов. Изначально я не совсем человек из мира информационных технологий. Начинал свою, ну, заканчивал педагогический университет по специальности математика, конкретно даже учитель математики для средней школы, но в области информационных технологий довольно давно, с 2005 года, оказывается, уже с 2005 года больше 15 лет прошло. Это они слишком незаметно для меня пролетели. Долгое время я совмещал работу работу на предприятии и работу преподавателя, ну, конкретно с 2021 года, подумал, что надо бы сконцентрироваться на чем-то одном. Подумал, 15-летнего опыта работы на предприятии должно быть достаточно, чтобы какое-то время сконцентрироваться на преподавании. Вот в основном здесь в центре специалисты, иду курсы, посвященные сетям и конкретно даже оборудованию компании Cisco Systems. Вот до этого занимался продуктами компании Microsoft, начиная с Windows XP. Но потом понял, что это немножко не мое. И с Microsoft решил прекратить отношения, так скажем. Довольно большой опыт работы с разного рода Linux-системами. И здесь же в центре специалист, в том числе, веду курсы и по Linux начального уровня. И большой опыт работы с телефонией на базе такого замечательного продукта, как Asterisk, и системами виртуализации. В основном, вот, конечно, решение от компании VMware. Ну, в целом, сейчас больше концентрируюсь на сети, безопасность сетей, открытое программное обеспечение Linux. Полную информацию, все регалии, статусы и все-все-все можно посмотреть на сайте. Просто если я буду даже просто все это перечислять, это займет большое количество времени, а вы явно не для этого здесь собрались, вот, чтобы слышать вот, там, 30 минут о том, какой прекрасный я преподаватель. Вот, у нас вы, наверное, хотите услышать что-нибудь поближе к себе, что-нибудь о профессии сетевого администратора. И, собственно, когда я готовился к этому мероприятию, наводящие вопросы возникли вроде, почему я выбрал ту специальность, о которой я вам буду сейчас рассказывать. Потому что я действительно был администратором, значит, сетевым инженером, сетевым администратором. И вот я вот начал думать, а почему я выбрал эту сферу. А я вот думал и понял, что я, наверное, выбрал, потому что мне это было интересно. Вот что-что, мне кажется, а связь – это настолько интересная вещь, что она меня привлекла. Мне нравится, когда есть связь между организациями, когда есть связь между людьми,
И, в принципе-то, я, наверное, этим и сейчас-то занимаюсь, именно потому, что мне интересно. Сначала мне было интересно все это налаживать, обслуживать, проектировать, а потом мне стало просто интересно об этом рассказывать, делиться с людьми полученной информацией. Мне кажется, для мужчины это немаловажно, когда он работает, и работа ему нравится и приносит ему удовольствие. А то как это, работать, извиняюсь, там 30 лет, непонятно кем, вот, нехотя ходить на работу, как Гомер Симпсон, не знаю, я бы, например, не хотел. Вот. Все остальные моменты для меня были сначала вторичные, вот, но потом, как оказалось, несмотря на свою, может быть, не такую большую разрекламированность, профессия сетевого администратора, сетевого инженера, она на самом деле довольно востребована. И так, тут меня немножко сбивают сообщениями из чата. Коллеги говорят, что не слышно. Павел Сергеевич, мне слышно, звук так идет. Вот коллега тоже вроде подтверждает, что слышно. А то я так сбился, заволновался, думаю, что я зря рассказываю. Ладно, раз коллега говорит, что звук, коллеги говорят, что звук есть. Ладно, спасибо. Спасибо, коллеги, за обратную связь. Вот. На чем я остановился? Значит, помимо того, что мне это было просто интересно, потом вообще-то оказалось, что это действительно востребовано. И хотя, может быть, профессия сетевого инженера, сетевого администратора, она, ну, не так на слуху, как какой-нибудь там, знаете, сисадмин, системный администратор Windows, системный администратор Linux. Вот. Но эти люди нужны, эти люди получают довольно приличные зарплаты, людей не хватает, и я думаю, всегда есть шанс найти себе место по этой специальности. То есть это не просто какая-то нишевая профессия, потому что все сети развиваются, все эти предприятия развиваются, все эти операторов связи развиваются. Так что помимо интереса, это еще востребовано и вполне себе материально неплохо возмещает. Наверное, стоит в целом рассказать немножечко о сетях. Вот почему вообще сети в мире существуют? А потому что общение для человека не менее важно, чем такие простые вещи, как вода, пища, воздух, убежище. И люди в массе своей стараются общаться, именно благодаря общению якобы нам и довелось развиться до тех пределов, которые мы сейчас имеем. Почему же именно сети активно стали развиваться, и они никуда больше не пропадут? Потому что у сетей есть огромный плюс. Сети стирают географические границы. Вот яркий пример стирания географических границ – это наше сейчас с вами общение. Я здесь, ну, на территории Москвы, а вы, может быть, вообще и не в Москве, и вообще и неизвестно где, может быть, за тысячи километров, но при этом мы имеем возможность с вами общаться, учиться, совместно работать, это все благодаря сетям. Если вспомнить мир до появления сетей, не то что компьютерных, а вообще до появления сетей, даже до телеграфа, порой очень-очень важная новость могла распространяться не то что там днями и неделями, а месяцами и годами. А сейчас, благодаря сетям, мы имеем с вами возможность чуть ли не через пару минут узнавать о том, что происходит на другом конце земного шара. И вот именно благодаря сетям мы сейчас активно можем как раз-таки учиться, используя общедоступные сети, интернет, например. Вот, повышать свою квалификацию, претендовать на, так скажем, лучшие условия жизни, это немаловажно. Предприятиям сети помогают работать, ну а в целом сети помогают общаться с друзьями, коллегами, родственниками, которые могут находиться очень далеко, но географические расстояния нам больше не помеха. И уж не знаю, доживу я этого времени, не доживу, но если мы начнем за пределы Земли распространяться, колонизировать другие планеты, то сети никуда не пропадут. Вот. И полетим мы на Марс, и с Марсом тоже придется общаться, потому что ничего не поделаешь. Сети прошли длительный путь
развитие, там, телеграфная сеть, телефонная сеть, там, аналоговая телефония, потом уже цифровая телефония, сети передачи данных. И сейчас провайдеры опутывают весь земной шар, и связь – это одна из важнейших вообще вещей во всем мире. Вот. И я надеюсь, эта картинка, пусть она не совсем по очертаниям содержит правильные континенты, вот, но тем не менее она показывает многообразие путей сообщения. Вот, может быть, она не совсем отражает действительность, но мне кажется, такое вполне возможно. А кто же такие эти сетевые инженеры, специалист по сетевой безопасности, сетевые администраторы? Сетевой инженер – это в первую очередь тот сотрудник, который обслуживает уже имеющиеся сети, внедряет новые сервисы, настраивает оборудование, следит за операционной деятельностью, за тем, чтобы все функционировало, если что, и ищет, исправляет неисправности. Не надо путать сетевого инженера с, например, сотрудниками, которые физически прокладывают сети, например, с монтажниками. Это немножко разные вещи. Сетевой инженер, в первую очередь, тот, кто занимается вещами, ну, несколько более высокоуровневыми, логически обслуживает логическую часть, а не физическую. Хотя, конечно, сетевой инженер без навыков простейших физических, ну, не очень-то котируется, хотя бы для проформы. Как ты будешь заниматься настройкой сетей, если ты не мог там с кабелями справиться хоть чуть-чуть? Ну, не обязательно быть монтажником экстра-класса, потому что там тоже много, большая специфика, но тем не менее. Сетевой инженер, повторюсь, значит, следит за тем, что происходит в сетях, занимается операционной деятельностью, мониторингом, исправляет, ищет и исправляет неисправности, замечает недостатки, потихонечку планирует расширение сетей. Если сеть устаревает, то планирует новые сети или, в принципе, планирует и внедряет сети на новом предприятии. Это то, в первую очередь, чему обучаю я, но вообще сетевой инженер может быть инженером у оператора связи. Вот там, конечно, деятельности побольше может быть, чем на предприятии. Но тоже должно быть очень и очень интересно. Трудно представить себе современный мир без угроз. Из-за того, что огромное количество людей, устройств подключено в данный момент к сетям, и с каждой минутой этих устройств становится все больше и больше, это не только компьютеры, серверы, это огромное количество устройств так называемого интернета вещей, это телефоны, планшеты, вот, датчики, чего там только нету. Количество всех подключенных к сети устройств давным-давно перевалило за все население. Вот. Я думаю, уже в сумме устройств гораздо больше, чем 100 миллиардов, поэтому и плоскость атаки все вырастает и вырастает. И, конечно, все более актуально становится знание именно с точки зрения из безопасности. И специалисты по безопасности, конкретно даже по сетевой безопасности, тоже востребованы с каждым годом, все востребований. Да я думаю, дня не проходит, чтобы вы не услышали какую-нибудь новость, что кто-то кого-то атаковал, кто-то кого-то пытался ломать, а все это без сетей невозможно. Ну как можно атаковать, да, какие-то ресурсы, которые не имеют никакого выхода? Ну только если физически. Весь мир взаимосвязан, и неудивительно, что сети используют злоумышленниками как раз-таки для атак, сети надо защищать. Поэтому помимо, собственно, знаний о сетях, о их построении, внедрении, обслуживании, то более становится знание, связанное именно с сетевой безопасностью. Я имею в виду, в первую очередь, техническую составляющую. Вот, хотя, если захочется, можно от этого развиваться и выше, в сторону административного персонала. И вот все это вместе, знание сетевого инженера и знание специалиста по сетевой безопасности, можно соединить и назвать профессию сетевой администратор. На мой взгляд. Так. Если честно, я занимаюсь сетями уже, получается, больше 15 лет, и мне до сих пор не надоело. Мне кажется, каждый день я могу узнавать что-то
новое, хотя, конечно, я немножко притормозился уже в своем развитии, вот, не так активно я развиваюсь, как раньше, но тем не менее, вот, и в том числе я могу чему-то научиться и от своих учеников, потому что плох тот учитель, который ничему от своих учеников не научился, да, и плох тот ученик, который не превзошел учителя. И до сих пор, несмотря на столь длинный путь, мне это интересно, какие технологии отмирают, какие-то технологии становятся менее востребованы, а какие-то новые вещи появляются. И мне кажется, в современном мире тот человек, который хочет заниматься сетями, сетевой безопасностью, он себя найдет. Он найдет, куда приткнуться, вот, потому что знания и навыки востребованы. С каждым годом требуется сотрудников все больше, а из воздуха сотрудник, как известно, не берут. Собственно, профессия сетевого администратора, у нас здесь в центре специалист, довольно является востребованной специальностью, и мы предлагаем дипломную программу, которая так и называется, сетевой администратор, и в нее входят два ходовых курса, это сетевой инженер и, собственно, сетевая безопасность. Раньше мы преподавали официальные курсы от компании Cisco Systems, ну, как вы знаете, все в мире меняется, вот, все потихонечку меняется. Но, тем не менее, курсы по сетям все равно ведем, и мы также продолжаем их вести на оборудовании компании Cisco Systems, как безусловного лидера в области сетей. И пусть наши взаимоотношения нынче не очень хороши, вот, нашего российского государства с зарубежными коллегами, должны понимать, что сети есть сети. Без сетей мир сейчас не представить. Это как электричество. Вот. Какая разница, какой производитель вашего электробытового устройства? Электрический ток, что здесь, что в Америке, что где-то еще, один и тот же. Также и сети. Можно построить сети на решениях разных производителей, но сети есть сети. И они не поменяются в момент, вот, несмотря на все то, что происходит в мире. И чем мне нравятся курсы компании Cisco Systems и их решения, то что они очень подробные и качественные. Они не учат просто тыкать кнопки, чтобы вы как обезьяна вот, могли что-то настроить, вообще не понимая, что вы настроили, а чтобы вы понимали суть происходящего. В дипломную программу входят два курса и связанная с оформлением диплома итоговая консультация и итоговая работа. На слайде вы видите содержимое первого курса, который условно поделен на три части: введение в сети, коммутация, маршрутизация основ беспроводных сетей и сети уровня предприятий, безопасность и автоматизация. Мы начинаем фактически с нуля, знакомимся с сетями, знакомимся с протоколами, моделями, знакомимся с моделью OSI, начинаем рассматривать каждый уровень модели OSI, физический, там, канальный и выше. С левой стороны вы видите столбик. Вот. Изучив всю основу, мы начинаем углубляться в маршрутизацию, в коммутацию, в статическую маршрутизацию, в VLAN, Spanning 3, агрегирование каналов, DHCP, основы безопасности локальных сетей, основы беспроводки. И потом делаем третий виток, углубляемся снова. Это динамическая маршрутизация, протокол динамической маршрутизации OSPF, основы списков контроля доступа для построения межсетевого экрана. Узнаем, что такое NAT, погружаемся в криптографию, узнаем о том, что такое VPN и каркас IPsec, говорим о мониторинге управления сетью, говорим об основах сетевого дизайна, поиске исправлений неисправностей и такие ныне актуальные вещи, как виртуализация и, конечно же, автоматизация. Пусть не так подробно, потому что эти решения пока еще не имеют прям массового прям распространения, вот, но в крупные организации все чаще на этом заостряют внимание. Виртуализация и автоматизация чего бы то ни было, в том числе и сети. Во втором курсе, который больше посвящен безопасности, все основные вещи, связанные с сетевой безопасностью. Сетевые угрозы, снижение угроз, защита доступа к устройствам, безопасный мониторинг управления, модель AAA, разграничение административных прав,
опять же, списки контроля доступа, межсетевые экраны, системы обнаружения и предотвращения вторжений, защита конечных устройств канального уровня. Очередной виток, углубляемся опять в криптографию, вот, помимо основ это больше углубляемся в инфраструктуру открытых ключей, внедряем VPN и рассматриваем пример настройки межсетевого экрана Cisco ASA. Вот. Ну, даже если вы не будете работать конкретно с Cisco ASA, можно применять просто как основу для настройки другого оборудования. Если вы познали основные вещи на одном межсетевом экране, то, в принципе, можно спокойно перекинуться на любой другой межсетевой экран. И в самом конце, после прохождения двух курсов, которые имеют общую продолжительность от 20 недель, почему так долго? А потому что мы специально в свое время с коллегами добивались именно вот такого, ну не то чтобы не напряжного, но расписания по занятию в неделю. Поэтому у нас один курс растягивается на 3 месяца, и второй курс растягивается там, на 2,5 месяца. И в итоге получается по одному занятию, если брать без перерывов, то получается от 20 недель. После завершения этого длительного срока, соответственно, итоговая консультация и итоговая работа, чтобы подтвердить полученные вами знания и навыки. И после, соответственно, защиты можно получить диплом о профессиональной переподготовке, что, мне кажется, для нашей страны немаловажно, потому что в нашей стране любят разного рода бумажки. И даже если вы человек вроде как знающий и умеющий, вот, если у вас есть бумага, то для некоторых работодателей вы будете более привлекательны, чем человек, который вроде бы умеет все то же самое, но без бумажки. И мне кажется, что скоро требований официальных будет несколько больше, чем раньше. Сейчас у нас есть требования со стороны там, работа в госструктурах, чтобы у человека были документы, подтверждающие его квалификацию, а коммерческие организации могут как бы брать это просто за рекомендацию, а не за обязаловку. Вполне возможно, что этот список будет расширять. У меня есть такое ощущение. Вот. Ввиду, опять же, последних событий. Как я уже сказал, мы специально с коллегами добивались, чтобы занятия шли не интенсивно. Вот, чтобы было одно занятие в неделю, вот прям специально мы так требовали, что в основном, конечно, в центре специалист устраиваются такие короткие интенсивные курсы, практически без отрыва от производства, хотя возможны варианты. Вот. Кому-то такой вариант очень-очень нравится, что ему хочется прям погрузиться вот, с нуля во что-то и там несколько дней неотрывно заниматься изучением какого-то материала. Но в то же время мы посчитали, что материала в сетях и в сетевой безопасности настолько много, что людям нужно время среди недели, чтобы переварить, почитать, поработать. Вот. И в итоге, как правило, занятия идут в формате одно занятие в неделю, либо в субботу, либо в воскресенье, что выберете. Возможно, разные режимы, утром, днем или вечером. Занятия 4 академчаса. Ну, то есть 3 часа астрономических, ну, плюс-минус. Вот. Ну, как показывает практика, человек я довольно, например, увлекающийся, и поэтому, если мне хочется что-то рассказать сверх, вот, и если вас не напрягает, вот, если вам хочется меня послушать, то, конечно, я могу рассказывать и чуть больше положенного. Вот. Занятия в живом формате это либо присутствие очно, либо удаленно, можно причем совмещать, если вы записаны очно, то можно посещать и удаленно, вот, можно так и так, как вам удобно, но это именно живые занятия, это не записи, хотя у нас такие форматы тоже есть, здесь именно живое общение. Да, есть какой-то материал, который я могу предоставить дополнительно, это именно дополнительный материал, который как раз-таки в виде записи, а так вы постоянно общаетесь со мной. У нас всего 2 курса. Между курсами можно сделать перерыв, если вам показалось, что курс интенсивный, так что мы можем чутка растянуть.
По требованиям к компьютеру или ПО на базовом курсе особых требований нет. Мы используем в основном симулятор работы сети Cisco Packet Tracer. А вот если пойдете на курс, посвященный безопасности, то вам настроят все необходимое здесь, на площадке центра специалист. И вы просто будете подключаться удаленно, если вы удаленно работаете. Ну, если вы в классе, у вас будет прям уже настроенный компьютер, чтобы вы могли полноценно тренироваться, чтобы у вас была полноценная инфраструктура, не только сетевое оборудование, но и там, Linux, Kali Linux, чтобы поломать что-то. Ведь интересно же не просто что-то настроить, а интересно сначала посмотреть, что не безопасно, что-нибудь поломать, а потом уже защитить и убедиться, что вот оно идет в защищенном виде. Вот. Значит, как я уже сказал, в центре специалистов есть разные варианты, разные форматы обучения. Вы видите их на экране, но то, что преподаю я, это очное обучение или вебинар по технологии InClass, то есть вживую. Это не запись, а вот вы, как сейчас, слушаете в режиме реального времени, задаете вопросы и прочее, прочее. Вот. Только живое общение. Хотя есть и другие варианты на других программах. Так, тут вот были коллеги, вот вопросы от коллег на вебинаре, прежде чем я перейду к этим часто задаваемым вопросам. Значит, про итоговую работу. Значит, итоговая работа может варьироваться, но обычно она проходит в формате тестирования, на котором вас будут гонять по тем темам, которые, собственно, были во время обучения. Это не такая вот прям дипломная работа, как, например, в университете, понятное дело. Вот. Но и просто так никто диплома не выписывает, так не получится. Но если вы ходили, изучали, задавали вопросы, вот, то я думаю, вам будет совершенно не проблемно вот эту итоговую работу, это итоговое тестирование успешно пройти. Так что переживать на этот счет я бы не стал. Ну, конечно, обучение требует, да, все-таки каких-то сил. Как правило, повторюсь, формат такого тестирования итогового, но объемного по всему тому, что встречалось на курсах. Так, Евгений спрашивает про DevOps. Евгений, DevOps это немножко не сюда. Вот, DevOps это немножко в другую сторону. Но без знания сетей логично, что DevOps'ом быть не может. Ему, может быть, не нужны знания там, конкретно по сетевой безопасности, вот, потому что все-таки безопасность – это немножко не его. Но если я вернусь к содержимому, то такие вещи, как там виртуализация, автоматизация – это его. Но в целом DevOps – это не сетевой администратор, не сетевой инженер. Это все-таки больше сотрудник, который занимается автоматизации чего бы то ни было. Кстати, в сетях появляется аналогичное направление, называется NetOps, то есть Network Operations, тот человек, который занимается именно автоматизацией работы сетей, вот, потому что это становится реально востребованным. Но в целом DevOps это, наверное, к другим моим коллегам, не ко мне. Так, некоторые ответы на часто задаваемые вопросы вы видите на экране. Можно ли присоединиться к группе после старта? Конечно, это не очень рекомендуется, вот, но в целом это тоже вполне возможно. Хотя надо признать, курсы наши идут довольно часто, вот, и вам вряд ли вам придется очень долго ждать, чтобы на него попасть. Вот. Если по какой-то причине вы пропускаете занятия, ничего страшного, в конце концов, можно попробовать подключиться удаленно или посмотреть запись. Конечно же, будет запись, все, что я буду показывать, говорить, наше общение, оно все будет попадать в запись, и запись будет доступна вам через личный кабинет на сайте специалист. Материала много, и наверняка после окончания курса вам захочется все переслушать, переделать, все будет под рукой. Вот. Ну и, как я уже сказал, по поводу технического оснащения, на базовом курсе ничего сверхъестественного не требуется, спокойно можно установить симуляторы дома, а на второй курс по безопасности вам предоставят все необходимое здесь на площадке учебного комплекса радио, ну или вообще на площадке центра
специалистов. Вкратце я информацию озвучил. Может быть, есть какие-то вопросы? Я бы, честно говоря, рассказывал вам и больше, но я смотрю, я так увлекся, вот, что вот, моя коллега там уже, наверное, уснула, вот, пока я с вами о сетях разговаривал. Павел Сергеевич, слушаем вас, спасибо. Да, просто я чувствую по таймингу. Я бы рад бы еще поговорить, ребят, но если я задержу своих коллег, если более прямых вопросов ко мне нету, я бы, наверное, хотел вопросы, касающиеся, ну, какой-то доп. Информации, которой я не владею, вот, по этой доп. Информации передать слово, опять же, моей коллеге. Она вам немного расскажет, да, потом я к вам вернусь. Да? Да, конечно. Давайте, я передам слово, а потом тогда, если появится вопрос... Да, пожалуйста, в чате пишите вопросы, мы отвечаем с удовольствием. Пожалуйста, пишите активнее. Да-да-да, так-так, сейчас я вам передаю, где вы тут у меня? Вот они вы. Так, как говорят, кидаю вам мячик. Спасибо. Так, да, видно, все хорошо. Так, ну и сейчас немного я расскажу, да, по тому, как мы вообще работаем с нашими выпускниками, да. Обычно бывает, знаете, что при выборе профессии, ну, допустим, курсы обучения, боятся ошибиться, да, вот наши там потенциальные слушатели. Не знают, востребована ли профессия или нет. Не знают о зарплатах или сомневаются, да, в чем-то. Ну, вот я немного сейчас коснусь этих вопросов, и не забудьте, да, что расскажу еще в конце про промо-акцию, которая у нас сегодня проходит в рамках Дня открытых дверей. Так, ну, если говорить про выбор профессии, да, то есть как правильно, конечно же, сетевой администратор – это одна из перспективных профессий, да, и направлений, которые, собственно говоря, востребованы в любой организации, чем бы она ни занималась. Да? Это и финансовый сектор, это и производство, и офисная работа, да, и интернет, коммуникации. То есть если говорить про оценку вот любой профессии, да, то, конечно же, я всегда предлагаю ориентироваться на то, есть ли вакансии, да, и в каких секторах профессиональных, востребованных или нет. Вот если говорить про профессию сетевого администратора, то в Москве, только в Москве, более 2000 актуальных вакансий на сегодня. Где требуются сетевые администраторы? В сфере информационных технологий, системной интеграции, интернет, более 400 вакансий. Далее, телекоммуникация, связь, более 300 вакансий. Финансовый сектор, розничная торговля и услуги для бизнеса. То есть это все те отрасли, которые развиваются, то, что называется, семимильными шагами сейчас, да, и там требуются как раз такие специалисты. Ну и один из тоже важных, прошу прощения, насущных вопросов, да, какие же зарплаты получает сетевой администратор? Я немножко разбила по локации, да, потому что все-таки есть разница. Я знаю, что наши слушатели тоже из различных городов и так далее. Ну вот по Москве, по Московской области, да, без опыта на стартовой позиции от 75 тысяч предлагают работодатели, ну и, соответственно, до 220, да, это когда уже выходят на достаточно приличный уровень. Санкт-Петербург от 70 тысяч до 190, да, то есть здесь есть такая поправка на региональный немножко, да, вот коэффициент. И дальше у нас уже регионы, да, регионы 65, это стартовая, до 120. То есть достаточно конкурентоспособная зарплата с дальнейшим развитием, как видите, да, то есть где опыт идет уже более года, идет значительный рост по зарплате до 20-30% к начальному уровню. Хочу заметить, что для любого специалиста, помимо профессиональных навыков, которые дают наши преподаватели на обучении, еще важны такие навыки, как околопрофессиональные, или сейчас называются
soft skills, да, то есть здесь важно для сетевого администратора правильно расставлять приоритеты, умение продавать решения, решения уже в рамках вот работодателя, да, либо когда только устраиваетесь на работу. Ну, наша любимая стрессоустойчивость, развитые коммуникативные навыки, способность сказать сложные вещи просто, скажем так. И всегда обращая внимание, профессия перспективная, перспективность профессии предполагает развитие, повышение квалификации. Не забывайте об этом, да, то есть любое направление требует такого хорошего, углубленного изучения, и идти в ногу со временем это обязательно. А как мы помогаем нашим выпускникам трудоустроиться? Непосредственно я занимаюсь, да, ну, веду этот блог. У нас есть реальные работодатели, которые к нам обращаются, это наши корпоративные клиенты и работодатели, которые сами у нас учились вместе с нашими выпускниками в классах и знают, что мы достаточно даем высокий уровень образования. Бесплатные курсы по трудоустройству, да, мы вебинары проводим раз в месяц. Карьерное консультирование, ну, по сути, это индивидуальная консультация по трудоустройству, на которой я помогаю написать резюме на новую специальность, да, то есть все переделать, перекроить под новый формат, под новую специальность. Помощь в подготовке, обязательно резюме мы составляем. У нас есть, обращаю внимание, да, вакансии и стажировки для наших выпускников. То есть это не случайно обратившиеся к нам работодатели, которым там негде разместить вакансии. Это абсолютно не так. Все работодатели приходят именно за нашими выпускниками. Дают свои прямые контакты, с ними можно свободно связываться в течение обучения, уже начинать подготовку к трудоустройству. На страничке трудоустройства на нашем сайте выложены как раз вот все горячие вакансии, которые у нас сейчас есть. И мы проводим дни карьеры, карьеры для наших выпускников, где работодатели приходят уже сами за нашими выпускниками и рассказывают про себя и про свою организацию. Ну, немного расскажу про своих коллег, да, как проходит трудоустройство. У нас проходят бесплатные вебинары «Успешный поиск работы» со Светлышевой Ольгой Юрьевной, это наш преподаватель в сфере HR. Вот. И ближайшее такое мероприятие будет 20 июня. Соответственно, пожалуйста, записывайтесь. Даже если не получится пройти его, да, там, прослушать в прямом эфире, вы получите на почту запись этого вебинара. И дальше уже я, да, Ребенка Оксана, вот я представляю службу трудоустройства. Как я и сказала, я веду индивидуальные консультации. Работаю я в карьерном консультировании больше 9 лет. И, собственно говоря, все вопросы, которые связаны с трудоустройством, мы с вами обсудим, сделаем резюме, составим сопроводительное письмо и так далее. Вакансии от наших партнеров, как я и сказала, размещены на сайте, на нашем специалиста.ру, в телеграм-канале и, на, и в группе ВК, да, пожалуйста. Ну и сделаю такой небольшой обзор основных крупных работодателей, которые к нам обращаются, в том числе за нашими выпускниками. Вы сами все видите, что это крупные организации транспорта, страховые, из IT-сферы, да, 1С, Касперский и так далее. Да, то есть все они являются нашими настоящими заказчиками и интересуются нашими выпускниками в том числе. Дни карьеры проходят у нас в онлайн-формате, где работодатель выходит с конкретным предложением для наших выпускников и рассказывает про организацию, про свои вакансии. Про документы, которые выдаются об окончании, это свидетельство центра специалист, удостоверение о повышении квалификации, если вы выбрали курс именно повышения квалификации. В данном случае, если мы говорим про дипломную программу сетевого администратора, это диплом о профессиональной переподготовке. Да. Соответственно, дипломная программа, ближайший, да, курс у нас будет начинаться 11 июня. Да? Обращаю ваше внимание, если у кого-то есть уже готовое решение, планы по обучению, пожалуйста, присоединяйтесь. Делаю такое напоминание.
Что по дипломникам, да, когда у нас заканчивают обучение наши дипломники, они имеют 50% скидку на дальнейшие дипломные программы, если они хотят еще что-то освоить по смежной, к примеру, профессии, на обучение в онлайн-формате. Обратите внимание, это такая очень интересная вещь, да, и действует она в течение полугода после окончания любой дипломной программы. И, как Павел Сергеевич уже сказал, да, у нас есть небольшой перерыв, да, между курсами, между блоками, скажем так, которые изучаются на дипломных программах. И здесь можно провести время с пользой, да, и обучиться, например, тем же soft skills, либо каким-то другим навыкам по небольшой программе со скидкой от 15 до 25%. Все зависит от того, сколько блоков учебно входит в вашу программу. Да? Ну вот, если говорить про дипломную программу сетевого администратора, то здесь будет скидка на курс, допустим, повышения квалификации или soft skills до 20%. И еще раз обращаю, да, внимание, уважаемые участники, что для тех, кто сегодня с нами присутствует на дне открытых дверей по дипломной программе «Сетевой администратор», у нас, соответственно, предоставляется скидка или как сертификат, да, на получение грантовой поддержки. Сертификат будет действовать с сегодняшнего дня по 31 мая. И скидка составляет 10% от стоимости дипломной программы в любом формате, в онлайн-формате или в очном режиме. Уважаемые участники, я готова ответить на ваши вопросы вместе с нашим преподавателем. Вот, и заранее приглашаю вас, да, к нам на курсы. Мы вас ждем и готовы ответить на все ваши вопросы. Пожалуйста. Спасибо, Оксана. Ну, я вот так вот попробовал коллегам в классе, коллегам на вебинаре ответить вот на некоторые вопросы по ходу. Давайте я экран обратно заберу. Одну секундочку. Да, спасибо. Так. Запутался я в обилии кнопок. Вот он я. Значит, тут некоторым коллегам на вебинаре я ответил. Ну, понятно, там корректные, конкретные вопросы про расписание и прочее, я думаю, это не совсем ко мне. Я думаю, тут важнее обратиться к менеджерам. Вот, по поводу, вот коллега интересовался курсами на ТОПС. Я вроде написал, но повторю. Я вот как раз только, коллеги, планировал вот это все. Ну, вы должны понимать, что, ну, что такое там эти... NetOps, DevOps, это же в первую очередь автоматизация. Автоматизация – это языки программирования. Как раз вот я находился в стадии оформления курса, связанного там с программированием на Python для сетевых устройств. И вот последние события там, февраля немножко скорректировали мою повестку. Пришлось вот на текучке тут сосредотачиваться. Так что вот как только я текучку разберу основную, я вот обязательно к этому вернусь, потому что, на мой взгляд, это актуально. Вот. По поводу сертификации, Дмитрий тоже вроде ответил. Да, ну вы должны понимать, что мы вот находимся в такой интересной ситуации нынче, что не знаешь, чего ждать со стороны наших там западных соседей и прочих. Но мы в целом изучаем сети. Мы в целом изучаем сети. 95% того, что мы изучаем, оно одинаково везде. Вот. Если вы в дальнейшем захотите получать какие-то сертификации, если компании вернутся, то логично это, я думаю, это можно будет сделать. Вот. Если вы заинтересованы там, в поездке за рубеж, опять же, курсы готовят вас к сдаче сертификаций. По крайней мере, начального уровня, к тому же, к той же сдаче сертификации CCN. Больше мне, как и, в общем-то, всем остальным, ничего не известно. Слишком такая ситуация нынче подвешена. Вот. Так, ну и вроде базово я так вопросы окинул. Вот еще вопрос от Евгения вижу по автоматизации сетей. Евгений, там
ну, не, там скорее введение в автоматизацию сети. Вот на базовом курсе, то, что я озвучивал, там скорее введение. То есть небольшой кусочек, что это такое. Ну, не прям, не углубляемся в это очень сильно, потому что это отдельное большое направление. То есть в целом, как бы рассказать о том, что виртуализация, автоматизация, это важно. Вот. Но вы, я вижу, написали, что вы по программе девопсинга. У вас, мне кажется, я не очень знаком с содержимым той дипломной программы, но мне кажется, в вашей дипломной программе там и Linux разных уровней, и, наверное, какое-нибудь программирование должно быть. Чаще всего это скриптовые языки, вроде Python. Я крайне рекомендую. Вот. Неважно, чем вы будете заниматься, из мира IT, вот. Пусть это реклама как бы не моих курсов, но мне кажется, автоматизация, скриптовые языки – это очень востребовано. Так что если у вас там в программе нет, то я посмотрел на эту часть. А там бы решил. Я бы, например, сам бы себе советовал такое. Ну, Linux вы сами написали, что вы уже часть прошли, потому что Linux мне уже советовать глупо. А вот автоматизация на Python – это, ну, просто любой скриптовый язык, Python просто самый распространенный. Ну и я, соответственно, если к теме автоматизации вернусь, то это в первую очередь будет как раз автоматизация с использованием Python как самое популярное решение. Вот. Да, вот видите, еще интересное вот предложение от центра специалист по поводу дополнительного бонуса. Вот. И, так как правильно заметили, у меня никаких каникул нет. Вот. И какие-то курсы будут начинаться прямо среди лета. Вот, в конце лета, так что всегда есть шанс начать. Вроде бы я на все вопросы ответил. Если кому-то показалось недостаточно или есть еще вопрос, напишите. Окей, я люблю поговорить, но время меня уже поджимает. Павел Сергеевич, спасибо вам большое. Спасибо за то, что провели сегодня день открытых дверей. Очень интересно. Информации очень много дали. Я надеюсь, что всем было полезно, и те, кто хотел принять решение, учиться дальше, сегодня смогли определиться. Мы ждем всех у нас на курсах. Пожалуйста, приходите, обращайтесь. Спасибо, коллеги. Да, присоединяюсь к словам. Вот. Буду рад вас увидеть. Если есть какие-то сомнения, не хотите через менеджеров общаться, боитесь, что он вам что-то не то понасоветует, ну, напишите мне. Вот, поговорим уж как технический специалист, как технический специалист с техническим специалистом. Вот. Вот, контакты можно найти у меня на сайте, если что, monahopes.ru, давайте в чат продублирую, там есть корпоративный адрес, есть личный, пожалуйста, если хочется чисто технического какого-то разговора. Спасибо тогда еще раз. Вроде больше вопросов не вижу. Надеюсь, было интересно, познавательно. Вот, коллеги, спасибо, Павел Сергеевич. Думаю, могу остановить. Спасибо всем.